Сегодня в Самарской области работают более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта цифра за последние 4 года продолжает расти. Узнать, как продолжить эффективно развивать свое дело, предприниматели имеют возможность на ежегодном форуме «Мой бизнес 63». Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «Стратегии роста», которую открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно создавать дополнительные условия для развития бизнеса и предпринимательства, для реализации новых и ранее начатых проектов, поскольку главная задача – создать технологический суверенитет страны, а малый и средний бизнес играет в этом значительную роль. Здесь мы также активно развиваем наши институты развития инфраструктуры для бизнеса. Конечно, здесь стоит отметить и технопарк Жигулевской долины, особую экономическую зону, промышленные парки Преображенка, Чапаев, Новосемейкино, Преображенко-2, на территориях которых работает как крупный, так и малый и средний бизнес. Губернатор отметил, что в регионе эффективно работают Фонд развития промышленности и Центр поддержки экспорта, нацпроект «Производительность труда», благодаря которому выработка выросла на треть, запасы незавершенного производства сократились на 37%, время протекания процессов снизилось на 36%, а за последние 5 лет в регионе в половину увеличилась численность занятых в малом и среднем бизнесе. Все это позволяет области регулярно попадать в топ-10 регионов страны по многим экономическим показателям. О важности малого и среднего предпринимательства говорят и международные эксперты, которые также стали участниками форума. Судьба российского государства и российской экономики во многом лежать на руках и в мозгах малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. Тем более Самара. Самара – это запасная столица Российской Федерации. Это ключевая точка на новой торговой оси север-юг, которая сейчас будет в ближайшие годы дополнять традиционную ось восток-запад. Основная программа форума пройдет в 2 дня. Для участников выступят более 35 спикеров, которые имеют большой опыт работы с бизнесом. Также в рамках форума проходит выставка самарских предпринимателей, которые могут познакомить участников со своими продуктами и заключить с ними партнерские соглашения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.